Макс, ты говорил, типа, когда я проснусь, цени то, что ты можешь вот так сидеть, точнее, лежать и смотреть потолок. Но, блин, могу сказать то, что все-таки мне важнее это как-то, блин, работать, двигаться вперед и какого-то результата добиваться, потому что, ну, как бы, да, я проснулся, но как бы я могу в 5 утра вставать. Так, что я хочу сейчас съесть? Я хочу съесть виноград. Всё, на самом деле было бы прикольно иметь вот здесь, вот на этом месте, короче, маленький светильник. Представьте, что его можно включать ночью, у тебя падает такой свет теплый, как у Макса, короче, типа, и это вообще офигенно. Или как в хостеле в том было. Блин, я пока что, может быть, как-то даже это сделать можно спокойно, потому что это было бы вообще офигенно. Просто над головой включаешь маленький светильник теплым светом, и, блин, это очень круто. Всем здорово, чуваки, начинается новый день, короче, сейчас я иду, сами знаете куда, я уже миллион раз об этом говорил. И сегодня третий день, когда я иду бегать на трассу в Будгощ, потому что в следующем году, скорее всего, когда я побегу марафон, я побегу именно туда, в Будгощ. Вчера была очень классная пробежка, вы сами это видели. У меня было ощущение, что я нахожусь в каком-то фильме, типа «Мглы». И это вообще, кто смотрел фильм «Мгла», посмотрите, он очень крутой. Нужно будет написать идею сегодня. Пока что Макс работает, я схожу, потренируюсь. Кто-нибудь вообще снимает свои дни, когда они настолько рутинные, когда у тебя каждый день происходит одно и то же? Ну ладно, хотя бы это хорошие привычки, хорошее, типа, ну, движение к чему-то. Кстати говоря, Макс, что-то ноябрь не такой темный, как мы думали. Телефон горячий упал. Фак. Это просто ужас, блин, какой он грязный теперь. Короче, мне пришлось сделать вот так вот. Потому что у меня абсолютно вся одежда чистая, постиранная. И больше мне нет чего обтирать. Вы просто не представляете, как уже отвратительно выглядит мой телефон. Во-первых, он весь треснутый. Во-вторых, сейчас в нем очень куча много грязи. В динамике грязь. Кнопка вся в грязи. Блин, нужно будет прийти домой и почистить его, потому что вообще очень давно уже не занимался телефоном. Как же в лесу все-таки офигенно. Я даже решил остановиться ради этого. Так тихо. Если бы не машина, конечно, еще. Нужно, конечно, дальше идти. Но я не хочу, потому что сейчас нужно бежать дальше, иначе мне будет становиться холодно. Из-за того, что мне будет удувать ветер. Но в лесу круто. Ходите почаще в лес. Here from Nike Plus Run Club LA. Remember this morning when you thought about maybe not doing this run? Yeah, you made the right choice.
единственный минус — это воздух. Я не знаю, я очень сильно что-то начал париться из-за этого. Может быть, в этом и нет смысла, но когда я снимаю повязку, я вообще дышать не могу этим воздухом. Конечно, нос очень быстро привыкает к этому. Но, блин, капец, конечно, он пахнет первые секунды после того, как ты привык уже к повязке. И такой, блин. Кстати говоря, мне пришли мои перчатки. Сейчас я пойду домой, помоюсь, переоденусь и пойду на почту за ними. Чё ты? Я переодевалась, только со школы пришла. О, господи. Нет, 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 уйди, всё, уйди. Пока. Что ты? Руся. Что? Любишь пирожки с картошкой? Да. Творожная коллекция. Короче, ну мне нужно просто посылку получить. Лина, да. Пожалуйста, не лайк, ты... вот она лежит. Папа поехал, ну, дедушку уписывают, папа поехал за ним. Мама на работе. Я помню времена, когда он только ложился, в августе. Линда, ты зашла на запретную территорию, у тебя здесь будет очень много волос, так что уйди, пожалуйста, с этой территории, пожалуйста, Линда, что ты на меня смотришь там? На место! Линда, тебе здесь нельзя. Давай, все, иди. Мы все равно не понимаем, что ты говоришь. Все, вперед. Ну, вперед, хватит так смотреть на меня каждый раз, Линдус. Мой, все, вали отсюда. Все, она твоя, это страшно казаться. Блин, ты не страшная, к сожалению. Ты милая. Блин, у меня пятнышко на носу есть. Что-то не можешь найти. Блин, не тот номер написал. Руся, чё? Можешь телефон выключить? Какой? Мой. Сейчас. Ну да не надо! Ну, господи, это нереально найти. Карл, ты знаешь, как? Чё-то найти надо. Какой? Который я сделала скрин на телефоне. А с телефона в дневник Рули Михайловны его не отправить. Легко. Как? Просто берешь, кидаешь его в ВК, заходишь в ВК на компе, сохраняешь на комп и кидаешь в дневник, все. Ну сейчас ты с спиннером так, вот. Смотри, Лина. Смотри. Боишься? О, господи, Линда, все, сейчас успокойся, успокойся, успокойся. Слушай! Ты же не боишься больше его? Короче, вот такие перчатки. И, короче, я буду в них бегать. Порой я задумываюсь, почему у людей такие грозные лица. Когда я сейчас стоял на кассе, бабушка передо мной какая-то, когда ей передавали какие-то деньги, когда она давала паспорт, она так на меня, знаете, так боком смотрела так. Это было так странно вообще.
Короче, я думаю, то, что мне, наверное, стоит купить вторые кроссовки, потому что мне нужны вторые кроссовки, мне нужно в чем-то ходить. И, кстати говоря, завтра возвращается мой велик ко мне спустя месяц ремонта, даже, может быть, больше. И Даника велик отправляется, наоборот, в ремонт, ну, типа, на проверку. Папа сказал, чтобы я его велик тоже, ну, типа, отвез. Сейчас иду в колледж, еще пока что рано. Хотя, ну, как рано? Завтра нужно будет выложить новое видео, завтра нужно будет забрать велосипед, завтра нужно будет... Что еще? Что-то еще нужно было сделать завтра, короче. Идею мы ни хрена не написали сегодня из-за того, что Макс работает. Нравится, вот я сейчас экспериментирую с влогами, и мне нравится снимать каждый день. Ну, в смысле, нравится так вот снимать. Именно определенные ключи дня и определенное что-то, о чем хочется сказать. Возможно, порой я говорю просто только о том, что я делаю и что буду делать. Просто если я об этом только говорю, значит, мне не о чем больше особо ничего рассказать. Значит, мне особо не о чем рассказать просто в этот день или в этот момент. Поэтому я ничего не рассказываю. А так, когда у меня есть что-нибудь очень интересное, я об этом всегда рассказываю. Пошли, Макс, пошли куда-нибудь. Пошли куда-нибудь в другое место. Я еще не знаю, почему так. На кого еще? Я не знаю, ты что? А, это все из-за твоей работы. Всем так получилось. Погнали на улицу. Я не хочу еще думать на улице. Ну погнали, Макс. Ты сам хочешь, чтобы думать на улице? Ну, погнали на пятый этаж сюда. Не, на пятый этаж уже приедет, если не хочешь. Погнали, Егор, вставай. Хочешь бананов? Фух, ё-моё. Егор, есть какие-нибудь фрукты или вино? Чё ты? Чё тебе сказали что-то? Мне? Да. Вот фрукты. Все, ну, есть с ним что-нибудь другое? Я что-то вчера сожрал зеленый и ничего, зашло. Что это за... Я банан вообще не хочу есть. А? Ни винограда, ничего нет? Нет. Ну, интересно. Хочешь пройти еще? Давай, думай, пройти. Я не захожу туда вообще, мне так хорошо. То же самое. Потому что посмотрел видосик дальше. Я вам пересматриваю видос сейчас, который мы сняли. Этот самый нервный видос. Я очень кайфую от него. Просто его пересматриваю, мне нравится, как у меня получилось его сделать. Все. Я вообще никуда не захожу. У меня нет желания никуда ходить, что-то читать, смотреть, пофиг вообще.